Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем тащить за Фламинго Мило. Пора бы поднимать рейтинг, я надеюсь на этих двух неделях восстановить хотя бы там на некоторых персонажах по 1200 рейтинга, ну и постепенно тоже всех выводить на 1200. Ну, я так планирую, а так как оно будет на самом деле, еще не знаю. В общем, начинаем, старт на бои, в принципе, старт не хочу менять, может быть даже косточка пригодится. Ну и погнали. На имбе, так сказать, немножечко разомнемся. Эх. Имба, имба. Побольше бы разработчики добавляли таких, конечно, персонажей, конечно, в игру. Имбовых. Крабик такой, опа, и все. И улетел. Наверное, он сильно обиделся. А может и нет. Посмотрим. Так, берем золотую гранатку. Да он откидываем, нечего ей тут это самое ходить. И чё? Ля, какая нагла Дона. Интересно, она думает, что я не вижу? Ну ладно. Проехали. Ну, кстати, все равно на дроне можно, в принципе, уходить от противников достаточно легко. В этом плане. Так, ну там вроде никого нету, значит можно отправиться налево. Но нужно знать, что где-то сидит Дона, правда она уже коцанная. Вряд ли она на меня полезет так легко. Тем более у меня есть гранатки. О, крабик. Давай, крабик, домой. Пыщ, минус крабик, короче. Опа, минус Дона. Ой, игра стоит, работай. Фух. Вот это такое бывает иногда, что-то провисание на пустом месте. Дона, давай, иди отсюда, краб мой. Блин, Никс, не мешай. Да вы достали, краб мой. Уйдите отсюда, все мое. Блин, только знаете, вообще я пришел, хочу всех убить. Вот же Никс такой, а, плохой. Как ему не стыдно взять? Ах ты, Никсовая морда. Ну, сейчас я до тебя доберусь, не переживай. Да, блин, да задолбали они постоянно. Ой. Кенгуру там что-то панду давит. Надо мне дроп получше найти. Блин, немножко. Опа, видели? Я даже не целился. Она автоматом стрельнула. Как-то это странно, на мой взгляд, выглядело. Только просто нажал кнопочку, оно автоматом попало. То есть так я нажал. Опа-на. Вы это видели? Что это за автоприцеливание такое дикое? У лука. То оно работает, то не работает. Может, когда вне зоны? Типа, ну, когда вы не видите противника, оно работает, а когда видите, не работает. Короче, надо тестировать. Возможно, это баг, который можно использовать пока что. Но это не точно. Никс тут наглый ходит, конечно. Сейчас мы его уничтожим. Кстати, он играет с этими. О, легендарная гранатка. Это спасибо Никсу. Спасибулечки, так сказать. Да блин, да вы задолбали. Ну уйдите вы наглые, а. Боже, вот что у них в голове? Ну, еще один. Да вы... Вот что у них в голове? Ляньте. Просто вообще такая наглость дикая. Каждый бой причем такой. Вот сколько раз не замечал. Какие-то нуболевелы. О боже, что ты делаешь, панда? Ты серьезно? То, что я тебе попасть не могу из-за кого-то ран... Я не могу, он сейчас подойдет, да? Или нет? Капец, максимально странный панда. Максимально. Я бы, конечно, играл на фламинго через тройные гранаты. Вот есть два варианта игры. Через то, что у меня сейчас сборка, и через... Тройные гранаты. Блин, я не успеваю. Ты еще бобер дров своих наложил. Ну бобер, ну блин, еще лук промахивается. А тут можно было пройти, лол. А я, короче, это самое, ну вы поняли, да? А, давайте закидывать панду, мне он не нравится. Странный панда. Так, вон там пингвинчик. Минусанули его. Ну и Брюсика давайте тоже минусанем. Тик. Красота. Победка. Но тут еще от уровня победил, не спорю. Но почему второй день замечу начало рейтинга? И почему меня кидает на 1000 рейтинга к 8 уровням?
Раньше на таком рейтинге кидала к 15-м на второй день. Сейчас кидает на второй день к 8-м. Что это такое? Что это такое? Может, разрабы баланс починили втихую? Я на этом, ну, я вряд ли на это уверен. Хотя, возможно, там что-то подкрутили, правда? Ладно, давайте дальше тестировать. Хотя, почему это добавил к ним? Если бы они баланс подкрутили, странно. Погнали дальше. Пока стандартные бои еще доступны, я могу набить рейтингом. В принципе, там квестики были, которыми нужно было победить, я их выполнил. Это главное. Там еще был квест пройти 2000 метров. 2000 метров, так жух. Ой, какой ты жесткий, а. У меня даже гранатки нету, ботик. Давайте его сейчас немножко оттянем. Понимаю, Джейд, понимаю. Так, все, на воду он ушел. Теперь я могу спокойно пойти забрать гранатку серебряную. Если что, подраться. Так, ну Никса отпугнем сразу. О, конечно, я в этот столбик упал, конечно. Ой, неадекваты, ой, неадекваты. А, видели опять с этим, с бинтом Никс? У них что, какой-то этот сверхразум опять появился, который говорит, берите все Никса. Берите ему бинт. Бинт с Никсом тащит. Серьезно? Серьезно? Ой, слов нету, короче. Ну, больно же. О, Хамелеша, подождите, там где-то Хамелеша был. Я его прекрасно слышал, но он почему-то не пришел ко мне. Минус акул. Стоим, сейчас килимся, потом пойдем драться. Домой, акул, домой. Ой, какая тут арава на меня, посмотрите, а. Какой трешак творится, надо срочно кого-то убивать. Нужно мне срочно найти копье, желательно, очень быстро. Вот копье, кстати, появилось. Лево, отойди от моего копья. Ага, видели, в Никса попал, да? Так, ну все, копье у меня есть, теперь можно идти. Блин, сейчас я Никса убью, короче. Ой, ну куда ты убегаешь, слушай. Опа, лев хилится. Лев, а я тебя вижу. Не сам, но ты умный, да, я смотрю. Ну ладно, бывает. Да вы серьезно? Ну босс на них все, просто ну босс. Ты хоть понимаешь, на кого ты пошел? На кого ты пошел? Ой, Никсы, Никсы. Не чувствуют они силы у фламинго вообще никакой. То, что он с одного выстрела шот, это ну, им пофиг. Они не чувствуют этого. Гляньте на этот обзор. Даже багается, посмотрите, даже багается. Ой. Гляньте, просто минус обзор становится. Слишком много обзора не бывает, да? Акула закидываем. Блин, тройные гранаты с напалмом были бы так хороши, на самом деле. Че, Никс ушел? Ну ладно. Прострелил бочку насквозь просто. Да блин, столбик этот. Ай, не могу. Попал дважды, кстати, жирафа, если что. Чекайте. Это убило Никса. Отлично. Давайте туда побахаем. Кенгуру с трубкой. Вот это, конечно, уровень. Вот это, конечно, уровень, не спорю. Ну, Джей тут все. Джей тут Габелла. Шансов никаких. Чекайте, ребята. Не видел противника. Знал, что он где-то там просто стоит. Стрельнул. Попал. Победа. Не имба. Не имба. Не, вообще ни разу. Конечно, да, по местности мне было удобно. Видите, квестик почти остался. Один только на пробежать. Если бы было где-то в кустах, была бы совсем другая игра. И совсем по-другому было бы все. И, возможно, Джейд бы меня вынес. Но было там, где было. И персонаж отлично реализовывается. Но сейчас мы, скорее всего, уже попадем к 11-12 уровням. Потому что уже 1100 рейтинга, это типа уже уровень 11-12. На самом деле нет. Как бы разница в одну победу. Что это значит вообще? Ну ладно, кто такое? Ну что, берем... Блин, что-то много копья тут лежит. А лука тут нету золотого, а? Или гранатки золотой?
Ну, Хамелеон, ты же все не притянешь, ты же понимаешь это, да, друг? Друг, ты же это понимаешь? Да, блин, куда я попал? Ну, вы видели, а? Ой, Джейд, ну что за неадекваты? Вот надо им ворваться в 11 левела. Вот почему ты это сделал? Вот гении, понимаете? Вот гении, сразу их видно. Ну, кстати, пингвин фазе играет через это. Уйду я от акула, потому что нет смысла. Убил, кстати, акул хамелеона. Домой, акул, домой. Можно, кстати, на воду сейчас пойти. Там будет Томнет играть. Однозначно. Но надо сейчас себя вести аккуратнее. Я смотрю, там же убивает... Ага, легендарный дробовик. Минус лег дроп у меня будет. Короче, обидно. Чё? Ладно, постоим, похилимся. В водичке, да? Вот косточка, да? Неплохая штука, на самом деле. Ну, иди отсюда. Акуленок, ёпта. Туруруру. О, опять этот джейд неадекватный, который мягрился. Давай, иди дерись. Куда ты бежишь? Иди дерись, говорю, с ними. Будь мужиком. Ты же тигрица. Будь мужиком тигрица. Они там что-то дерутся, сейчас им надо помочь, наверное. Обязательно помогаю, короче, как могу. Ну, я ж добрый. Все дела. По кенгуру идет. Блин, кенгуру, ты куда? Я тебе сейчас помогу, подожди, друг. Ой, там 10 джейд, 11 никс. О, какие все жесткие, а. Да вы что тут офигели вообще, звери какие-то, ну? Серьезно. Видели то, что сейчас произошло? Из-за того, что орел на меня напал? Да блин, куда я попал только что? Домой. Все, Джей, домой, я сказал. Легендарный дроп забрал у меня, все. Молись о пощаде. Блин, промахнулся. Умею, чё. Гений на Никсе, смотрите, ребята, гений на Никсе. Чекайте. Гений на Никсе. А вы таких никогда не видите, да, в игре? Ладно, проехали. Хиляемся и забираем победку, чё. Ну, это было гениально, да? Не спорю. Что Джейд, что Никс, это прям уровень интеллекта там выше 200, наверное. Или IQ, как правильно? Наверное, IQ. Ну ладно, мы ж не такие, да? Это же другое. Ладно, давайте добивать всех. Что-то... Сейчас еще накосячу еще в конце. Я умею. Меткость там... О, Ларика надо убивать. Ларик мне... Боже мой. Вы это видите, да? Вы это видели только что, что он делает? За елочкой спрятался. Как ты мог так себя повести? Вот как можно было себя так повести, а? О, боже. Ой, я не могу, короче. Меня это бесит. Никс. Да, блин, видели? Короче, стрелял наперед и не попал. Домой. Что-то опять не попал, но его зона задушила. Кстати, это минус мне килл. Надо было, наверное, его убивать. Эх. Ну что ж. Три победы подряд. В итоге взял я... По 20 рейтинга, да? По 24 рейтинга трижды, это 72 рейтинга получилось поднять. В принципе, если еще разочек выиграть на Фламинго, то... Ну, каких-нибудь сложных боях, то будет нормас. Ну, я считаю, на это сегодня было очень круто. Квестики я все выполнил. Можно, в принципе, закрывать сегодняшний день. Всем советую пока что закрывать, потому что скинчики новых достаточно в последнее время много добавляли. Ну и мы не знаем, что там будет в будущем. Возможно, разрабы решат еще с кучей сменов добавить и все такое. Ладно, ребятки, будем это заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставьте свои комментарии, что думаете по поводу Фламинго. Насколько он не имбовый, да? Не имбовый, вообще ни разу. Просто. Ну, на этом все. Не болейте, не скучайте. Всем пока.
Пока-пока.